На курорте лечебными средствами являются не только процедуры, но и все остальное – досуг и хорошее питание. Рестораны курортных отелей предоставляют своим гостям такое разнообразие, что они иногда забывают о диете, которую им назначил врач. В приятной обстановке здесь каждая еда становится праздником. Ресторан Royal Restaurant в отеле «Новая Лазня» является действительно рестораном высокого качества. Он предлагает отличные блюда чешской и международной кухни, а также возможность диетического питания. Повара ресторана готовят блюда по вегетарианской диете, диете для похудения, безглютеновой диете, диабетической и в соответствии с индивидуальными пожеланиями гостей. Помимо ресторана, гости могут посидеть и в приятном лобби-баре или в знаменитом венском кафе для некурящих. Здесь гости найдут широкий выбор кофе и десертов, приготовленных ведущим чешским кондитером. Ресторан «Гёте» в курортном отеле «Центральная Лазня» также предлагает своим гостям чешскую и международную кухни и диетическое питание. На завтрак, например, здесь можно найти уголок здорового питания «Danibus Healthy Choice». На обед и ужин здесь работает салат-бар. Его, собственно, оценят дамы, которые следят за своей фигурой. Приятно посидеть здесь можно и в лобби-баре отеля. В нем гости найдут отличный кофе и свежие десерты из кондитерской отеля. Здесь регулярно проходят музыкальные вечера. Ресторанами отелей «Новая Лазня» и «Центральная Лазня» пользуются также гости отеля «Мария Спа». В курортном отеле «Звезда» вы откроете для себя эксклюзивную атмосферу ресторана Франца Иосифа. В зале ресторана оригинальный интерьер с лепниной на потолке, и подают там блюда чешские и блюда других стран, а также диетические блюда. В кухне отеля готовят диетические блюда по диете для похудения, диабетической диете, вегетарианской или иной в соответствии с вашими пожеланиями. Здесь гости могут насладиться здоровым завтраком, а обеды и ужины обогатить салатами по своему выбору. Курортную атмосферу, разнообразные напитки, интернет-уголок и телевизор предлагает лобби-бар «Лонг». Интернет в отеле «Звезда» бесплатный. В курортном отеле «Звезда» также имеется собственное кафе. Оно называется так же, как один из объектов комплекса «Скалник». И здесь вы найдете богатый выбор напитков и десертов. И сюда же можно ходить на регулярные танцевальные вечера. В гранд-отеле «Пацифик» благодаря большому аквариуму даже ресторан дышит морской атмосферой. Большие окна соединяют интерьер с городом Марианской Лазни. Ресторан «Примавера» предлагает своим гостям в основном итальянскую и средиземноморскую кухни. Меню изобилует широким выбором легких блюд из пасты и рыбных блюд. Здесь есть также салат-бар и выбор диетического питания для вегетарианцев, диабетиков и так далее. Гости могут приятно провести время в лобби-баре с прекрасным видом в отеле Grand Hotel Pacific. Здесь вы можете заказать легкие закуски и отличные напитки. Отель «Баттерфлай» предлагает вам французский ресторан «La Fontaine». В его интерьере вы найдете фонтан и отдельный малый салон, который украшен керамическими картинами «Мадам Баттерфлай». Здесь подают лучшие блюда чешской, венгерской и интернациональной кухни в сопровождении великолепных вин. Ужин подается под аккомпанемент арфы. В отеле «Баттерфлай» также готовят диетические блюда. Вегетарианские, для потери веса, безглютеновые или иные по вашему запросу. В лобби-баре вам предложат широкий ассортимент напитков и десертов из собственной кондитерской. Гости могут также отдохнуть в кафе «Де Пари»,
интерьер которого украшен деревянными скульптурами героев французской истории. Здесь предлагается возможность организации банкетов и тематических ужинов, которые могут расшириться и на прилегающую террасу.